Первоуральск в лидерах по темпам ввода жилья в Свердловской области. В этом году застройщики уже сдали более 40 тысяч квадратных метров. Рост составил 127% по сравнению с прошлым годом. Также высокие показатели по возведению новостроек у Екатеринбурга, Березовского и Среднеуральска. Как подчеркнул глава Минстроя Михаил Волков, жилищное строительство активно развивается в регионе. Застройщики могут предложить жилье по более низким ценам, но высокого качества. Реализация программы по переселению из ветхих и аварийных домов стимулирует развитие строительного комплекса в средних и малых городах области. Рядом с комфортными квартирами появляются современные котельные, дороги, детские сады, школы, магазины. В целом, в регионе с начала года ввели в эксплуатацию 1 миллион 215 тысяч квадратных метров. Первоуральск к выполнению плана идет опережающими темпами. На 2017 год общий план составляет у нас порядка 48,5 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день уже введено порядка 40 тысяч, но мы ожидаем еще сдачу нескольких домов в городе Первоуральске. Поэтому, я думаю, мы этот план выполним. Планируется сдать дом на Диносе под переселение из аварийного ветхого жилья и планируется сдать большой многоквартирный дом по улице Емлина.